Словно сказочные теремки, сегодня выглядят дома на улице Льва Толстого. В прошлом году их привели в порядок, в том числе при участии самарских строительных компаний. К 2018 году старый город должен встретить гостей и туристов в обновленном виде. Полным ходом идет реставрация исторических зданий. Поучаствовать в преображении Самары могут и представители бизнеса. Городские власти предложили им взять на себя заботу о некоторых объектах культурного наследия. Мы организуем всю правовую поддержку по линии там, Министерства культуры. Вы вполне обладаете мощностями для того, чтобы делать все это качественно и в срок. Я думаю, что это общее такое наше мнение, приводить город в порядок и делать реконструкцию фасадов, это, ну, ремонт фасадов, мы не против. Но тогда давайте мы как-то это сделаем организованно, создадим какую-то группу совместную. Вкладываться предпринимателям предлагают и в другие проекты. О них, как о важнейших архитектурных планах, на ближайшее время глава города говорил на встрече с членами гильдии строителей. В первую очередь необходимо обновить въезды в Самару. Их всего 6. На каждом из них по плану должны быть стела, название города, а кое-где даже подсветка. Грандиозное преображение ждет и улицу Старозагора. Здесь повсюду высадят цветы, снесут стихийные рынки, благоустроят тротуары. Также в городе появится новый памятник. По инициативе почетных граждан его установят около музея «Самара Космическая». Монумент будет посвящен знаменитым конструкторам. Я считаю, что мы должны отдать дань тем людям, которые наш город, в общем-то, сделал индустриальным. И это такая задача для меня, как для главы города, сделать такой памятник в память об этих людях. Причем он должен делаться известными прославленными скульпторами, для того, чтобы быть украшением на многие-многие годы. Власти Самары призывают благоустраивать город совместными усилиями. В стороне не остаются и жители. В этом году 17 из 60 запланированных многоквартирных домов люди ремонтируют за свой счет по собственной инициативе. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, «События».